Причиной тотальных проверок стали многочисленные кучи строительного мусора около контейнерных площадок. И в основном они появляются в отдаленных районах города и там, где возводятся новостройки. Например, около дома по адресу Альпийская, 27А, незаконная свалка, по данным представителей спецавтохозяйства, местными жителями создается регулярно. Застройщикам неоднократно делали замечания, однако, как отмечают в САХе, те уверены, что следить за действиями новых владельцев не обязаны. При этом не предпринято никаких действий, чтобы в новостройке появилась управляющая компания, которая бы разъяснила обладателям квартир, что в договор на вывоз ТБО входит лишь бытовой мусор и крупногабаритный. Сломалась тумбочка, стул, вы поменяли рамы. Вот это крупногабарит. Диван вы решили поменять. Вот это крупногабарит. Это все входит в ваши 210 рублей. А строительный мусор, обрезь от чистки дворов, это не входит в оплату 210 рублей. Чтобы вывести строительный мусор, напоминают, в САХе необходимо обратиться в диспетчерскую службу компании по вывозу мусора. Если речь идет о САХе, то по телефону 233-38-27 и заключить отдельный договор. По этому же телефону управляющим компаниям необходимо заказывать машины на вывоз спиленных деревьев с территории домов. Нарушители санитарных и норм благоустройства, выявленных рейдовыми группами, теперь будут привлекать к административной ответственности, отмечают в муниципалитете.